Привет, друзья! Сегодня у меня для вас очередной обзор, и на этот раз он восстанавливающее горячее масло для сухих и ломких волос от Green Mama. Оно выглядит вот так, и я сразу хочу оговориться, оно было прислано мне компанией Green Mama на обзор, и оно было очень-очень кстати, потому что вы знаете, что мы с моими волосами пережили очень тяжелые несколько месяцев. Я делала кучу смывок, мне кажется, штук 5-6, возможно, больше смывок я делала. Я их неоднократно красила, перекрашивала, и поэтому мои волосы очень-очень нуждались в максимальном увлажнении и питании. И поэтому, когда Green Mama предложили мне прислать свое маслице для восстановления, я такая: да, да, пожалуйста, вы услышали мои молитвы, добрые люди. Спасибо, давайте. И так, что я думаю по поводу этого масла? Первое, что я хочу сказать, я обожаю разные масла для волос, я постоянно их делаю, потому что масла для волос очень хорошо питают ваши волосы. Любые масла, кокосовое, оливковое, масло ши, все эти, или там, не знаю, все эти масла очень полезны для ваших волос. Я регулярно делаю из них маски, но смыть их потом из волос – это целое дело. И для меня вот пару месяцев назад все закончилось тем, что я делала очередную маску с оливковым кокосовым маслом, то есть я оставляла на 40 минут, я смыла, и я промывала волосы 4 раза шампунем, и мне показалось, что все хорошо. И на утро, когда я проснулась, и мне нужно было идти на работу, я поняла, что масло плохо промылось, и мои волосы... Да, еще немножко в масле, это был некоторый провал, и поэтому после этого я подумала: ладно, окей, масла для волос просто не для меня. Поэтому у меня были некоторые сомнения насчет вот этой крошки, но я подумала: окей, я рискну. Итак, я сначала вам прочитаю состав, потому что он просто восхитительный. Кунжутное масло, миндальное масло, масляные экстракты лопуха, крапивы, гречихи, березы, масло пшеничных зародышей, допантенол, облепиховое масло, парфюмерная композиция. Ну, и еще кое-что другое. В целом, довольно натуральный продукт. Содержит 100% натуральные эссенциальные эфирные масла. Вы разогреваете эти ампулы. Одна ампула выглядит вот так. Под горячей водой, потом наносите на чистые влажные волосы. И мне, кстати, очень понравилось, что здесь в способе применения про это написано: наносить на чистые влажные волосы от корней до кончиков. Потому что очень часто на маслах или на других масках, которые нужно использовать перед мытьем волос, этого не пишут. Но на самом деле такие масла, которые потом нужно смывать, любые маски, которые потом нужно смывать, нужно наносить на чистые волосы, их обязательно нужно помыть, потому что если ваши волосы грязные, то все полезные вещества не впитаются. И мне всегда обидно, когда вот на таких средствах этого не пишут, потому что, ну, вы можете потерять просто все полезные качества от средства. Здесь все написано, поэтому отлично, очень хорошо. Итак, вы моете волосы, разогреваете это маслице и наносите его от корней до кончиков. В принципе, вот этой ампулы мне вполне хватает. В первый раз, когда я его использовала, я выдавливала прямо из тюбика на волосы и пыталась распределить. Второй раз я выдавливала на ладошку и наносила рукой. И так распределить намного проще, поэтому я советую вам распределять своими ручками это масло. В целом, мне вот на мою длину его вполне хватило. И я как раз делала вот эту вот масочку сейчас утром, потом я помыла волосы еще один раз, высушила их, и вот они сейчас вот такие. Смотрите на них, они блестят. Они нуждаются в стрижке, но поэтому кончики, да. Но в целом, смотрите, они блестят. Они такие: да, нам хорошо, мы почти простили тебя. Поэтому эффект от этого масла есть отличный. Так, в плане применения, тут, вы знаете, несколько вот упаковки разнятся. На самой упаковке, на коробочке написано «выдержать 30-40 минут», а вот на самой ампуле написано «оставить на 5 минут, затем смыть теплой водой». Я рекомендую вам придерживаться совета с упаковки и держать 30-40 минут. Я держу 30-40 минут, поэтому... Да, 5 минут, мне кажется, оно не подействует. Поэтому 40 минут я его держу на волосах, потом его смываю. И, друзья, в первый раз, когда я этим пользовалась, я смывала шампунем, и я думаю: так, ладно, окей, ближайшие 40 минут мне предстоит пытаться промыть волосы. И тут случилось чудо. Я промыла волосы один раз шампунем, и все. Они уже не были масляными вообще. И я просто несла немножко кондиционера и смыла, и все, мои волосы были идеальные. И вот сегодня то же самое. То есть я выдержала это масло для волос, потом я один раз промыла волосы шампунем, немножко кондиционера, смыла, все. В моих волосах нет масла вообще. Поэтому это единственное масло для волос, которое я когда-либо пробовала, которое настолько просто промыть и вымыть из своих волос. Мне кажется, это
Просто феноменально. С одной стороны, оно дает эффект, который я могу сравнить, вот когда я смешиваю все возможные масла, которые у меня есть, наношу на волосы, и то здесь эффект немножко получше. У меня волосы прям, ну, очень мягкие, очень блестящие, после него я прямо их не узнаю в буквальном смысле слова. И в то же время оно прекрасно промывается, поэтому, с одной стороны, все полезные свойства масла, с другой стороны, нет вот той обычной проблемы промыть волосы. Так что мне очень нравится маслица. Единственный минус, который я вижу, это то, что здесь в упаковке всего 4 маленькие ампулы, вам его хватит всего на 4 раза, но это издержки. Зато оно не успеет испортиться, пока вы все его израсходуете. Так что да, это мой небольшой обзор на это масло. Мне очень понравилось. Мои волосы очень им довольны, я очень довольна. Поэтому я, безусловно, вам могу рекомендовать. Друзья, если ваши волосы также нуждаются в питании, то горячее масло от Green Mama, безусловно, для вас. Я могу его рекомендовать. 5 баллов из 5, друзья, 5 баллов из 5. Я не нашла в этом продукте ничего, к чему я могла бы как-то придраться или что могло мне не понравиться. Ну, помимо того, что всего 4 ампулы, но Green Mama довольно бюджетная марка, поэтому в целом тут все без проблем. Я кину ссылку на эти масла на сайте Green Mama. Green Mama, спасибо вам за это маслице. Друзья, спасибо вам за просмотр. Люблю вас всех. Пока-пока.